Чиновники отчитались за год дорог. На последнем уходящем году заседании Министерства транспорта области власти рассказали о том, что удалось сделать за 2015-й. Так, в этом году провели капитальный ремонт наиболее загруженных участков дорог протяженностью 100 километров. Это обошлось почти в 1 миллиард рублей. На завершение работ по капитальному ремонту участков автомобильной дороги Самара-Пугачев, Энгельс-Волгоград в Балаковском районе в соответствии с действующим контрактом предусмотрено 113 миллионов рублей. Оставшиеся средства в объеме 529 миллионов рублей направляются в виде субсидий бюджетом муниципальных районов области на капитальный ремонт, ремонт содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного дорожного фонда 371 миллион рублей, бюджетом городских округов области на капитальный ремонт и ремонт содержания автомобильных дорог общего пользования. Впервые за последние годы на расходы дорожного хозяйства области направлено почти 7 миллиардов рублей. Значительная часть средств пошла на капитальный ремонт трасс, но было выполнено и строительство новых дорог. Так, открыто движение по участку федеральной трассы Сызрань-Саратов-Волгоград протяженностью 13 километров. Значительным событием стало и открытие мостового перехода через Волгу в Балаково. Основная задача, которую ставит перед собой транспортный комплекс в 2016 году, это по-прежнему предоставление качественных и безопасных услуг жителям Саратовской области, а также повышение эффективности его функционирования и дальнейшее развитие. В следующем году министерством совместно с автотранспортными предприятиями области будет продолжена работа по обеспечению необходимых потребностей населения в перевозках и сохранению доступности транспортных услуг, в том числе для льготных категорий граждан. Всего в 2015 году построили и отремонтировали 200 километров дорог на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей.